Это страшная я серия Барбоскиных. Она была удалена. Но я ей расскажу. Был обычный день. Ребята сидели на четырех стенах и грустили. Скорый, они стали смотреть телевизор, но резко родители сказали, чтобы они ехали на дачу. И сказали, что дедушки сегодня нет, он на даче. Потом они пошли гулять. А вечером пошли к дедушке. Они ехали очень долго и странно. Это был не их маршрут. Вскоре они подошли к дедушке и сказали, что это за место. Это вообще не похоже на наш дом, на нашу деревню. Вообще ничего тут такого нет. Потом Рок сам спросил, почему его не было дома, и все это странно, но дедушка промолчал. Скоро они стали догадываться, что что-то происходит не так, и они начали готовиться к обороне, если что на них кто-то нападет. Они стали вооружаться, и на следующий день родители сказали, что их сегодня не будет ночью. И они в это время просто смотрели телевизор. И они поняли, что надо готовиться. И они это и сделали. Вскоре, когда родители пришли, ничего такого не было. Все странно было. Вскоре вечером ничего такого не было. Но вдруг что-то промелькнуло возле дружка. Они побежали на комнату дружка и стали сидеть. Они слышали, как кто-то стучится. Они стали бояться. Все ближе и ближе подходили шаги и стучали все ближе и ближе. И когда монстр открыл дверь, взломал их.